Так, немножко пофармим. Я там подготовил, пока ночь закончится. Тут за них там будут образцы. А тут газы перекатывают там напорно. Чего? Из рюкзака забери там дополнительным есть какие-то, собственно, забрал усилители какие-то шестовые на то. Бесплатные. Кенники лежат. Че? Острые козырьки. Там водонапорная башня, потом что-то сзади надо. Какой-то... А, лучше сзади, там книга рядом. Так, а что я забрал, понятия не имею. Ладно. Не, вообще все равно. Фризит. Потому что еще не прогрузилось. Че он сказал? На стороне базарника. Ты найдешь меня возле знака метро. Клуб книга. Клуб книголюбов. Сейчас первая. Точно долго. А что с звуками? Звуки запаздывают. Крюком можешь к себе под ноги бросать, а потом я писал, типа, использовал крюк, но у меня проблемы с мышкой. На альт еще использую. У меня же он монетки выберет, еще что-нибудь выберет. Контейнер где-то здесь. А, ну да, же не ночное событие. А
опасная зона. Из замков какие-то сладости падают, должны какие-то события из машины собирать. У меня написано инвентарь полный. Где мой контейнер? Видимо, внизу. Хуй. Не от одного удара разлетается. Они второго уровня. Опасная зона. Обычно делимся. Ага, химическая зона. Да все нормально. Даже в воде химическое заражение идет. Как залезть? А, вижу. Плыву я.
В микроволновке. Еще надо три контейнера найти. И тогда будет выносливость 500. Контейнер. Рядом контейнер с ингибиторами. Стелс. Кто вообще? Или какой-нибудь не найдем, пока я где-то случайно какой-то в угол не наступлю. Я же говорю, не случайно какой-нибудь угол не наступлю. Где контейнер? В каком месте? А что за знак? 14 здесь, видимо. На это надо входить. Надо входить в это здание. Че, вошел? Внизу входа. Ну вон, наверное, все равно бить придется. Ударит. Я что-то шел. Мощно
Там две клеточки отнимаешь. Да блин, дай пулечку. Да бей ты, блин, чё стоишь? И чё здесь такого было? Даже этот бегун с Хэллоуина. А, можно было снизу зайти, оказывается. А, уже оказывается ночь идет. Принесите Лескеру книжки почитать. Это неправильно, это направление. Чему книжки, ну тут целая библиотека есть? Твои книги. Это не мои книги, юноша, они наши. Книги человечества. Весь свет вздохнул от облегчения, хотя он даже не знает, что ты для него сделал. История о тебе станет следующей эпопеей. И она только начинается. Ага, Библия. В смысле, ого! Вот эта книга, да. Мало какая книга повлияла на мир так, как Библия.
Ганс Христиан Андерсен и его сказки. Истории о добродетели и стойкости. Да, это детские сказки, но в них каждый найдет свой смысл. Ты спас коллективное, бессознательное всего Запада. Твоими усилиями сегодня в груди человечества запылал огонь. Подбросим в него еще дров? Спасибо. Это Талия, моя помощница. Вместе с ней мы ищем коллекции книг. Она будет указывать, где найти книги, пока я веду их учет. Короче, говорит, ты не обращайся. Новая побочка. Впрочем, лучше все покупаем. Я почему меня наверх закинул? Я над тобой сюда стал. Не знаю. А, требуется все игроки. А, я удобно, когда другой игрок выкинут вон куда. Привет, Эйден. Я Талия. Ты тот пилигрим, который, по словам Альберта, помогает восстанавливать библиотеку человечества? Это я. Куски постарел. Альберт замечательный человек. Почитать хочет. Надеюсь, люди оценят то, что он делает. У нас здесь не Ренессанс. Нынче мало кто любит читать. А что насчет тебя? А что я? Читаешь? Конечно. В Поттером читаю. Когда могу. Не часто. Скажи мне вот что. Какая книга, на твой взгляд, является лучшим путеводителем для людей? Библия или сказки Ганса Христиана Андерсена? Сказки. Сказки, конечно. Обе. Вообще 100% обе. Конечно, сказки. У меня нет времени на всякую религиозную чушь. Да, но вдумайся, как Библия изменила наш мир. Как в хорошую, так и в плохую сторону. Это феноменально. Мне нужно поговорить с Альбертом. Увидимся. Кстати, вот где ты найдешь новые книги. И села обратно читать, такая еще имеет такое лицо недовольное. Пришел какой-то тут, отвлекает ее. Вообще лабиринт, сейчас выяснилось, что я не туда пошел. Что-то похоже, что да. За бомбардировку в черный понедельник и смерть 2 миллионов человек. Необычных трофеев не хватает. Да, насчет попробовать найти Тупейна. Отсылку. Попробовать. В смысле? Давай, необычный трофей. Скажи, что тебе нужно. 25. А, у меня 20 их все. Сколько это, сколько? Слышал, она сказала, заходи к ней. Я рассчитываю, нет, ссылки пока придешь. Надо до водонапорной башни дойти. Давай. До отсылок там надо хотя бы прокачаться еще. Выносливость.
То есть два ингибитора осталось найти. И там кричать будут. И там кричать будут. Да, прям на него надо. Гори в костер. Деда мне даже ему встать не дал. Зачистите территорию. Ну ничего нет. А нет. Вот он мальчик. А Куплинов его найти не мог. Привет, я Эйден. Как тебя зовут? Мэтч. Я отведу тебя домой. А что с зараженными? Их больше нет, все хорошо. Тогда я просто останусь здесь. Передай Хью, я вернусь попозже. Отец хочет, чтобы ты вернулся. Переживает. Хью мне не отец. Просто я работаю на него. Как раб. Я больше не хочу это делать. Я не вернусь. Ты меня не заставишь. Что там с Хью? Неважно. Я не хочу, чтобы у других были неприятности. Не бойся. Расскажи. Не лезь, ясно? Это тебя не касается. Ладно, сам с ним поговорю. Хочешь остаться здесь? Конечно. Я не первый раз один в городе. Я могу о себе позаботиться. Ну и чтоб бандитов не устали. Эйден, спасибо за зараженного. Не вопрос, малой. А сам справиться не смог? Теперь на самый верх пошли. Надо же захватить эту башню. Сразу музыка заиграла.
Ты что не зацепился? До лестницы, которая, как обычно, не опускается. Господи, как сложно. Это же невозможно. А, ну он не зацепился за лестницу, но это же тупой. Это же ничего неожиданного. Да ты зацепись за... Пейнович. Ты куда полетел? Что с ним не так теперь? Ты издеваешься надо мной. Почему ты не зацепляешься за желтую фигню? Ура, я залез. Разумеется. С веревки не сразу спрыгивают. Спасибо. Почему у меня не срабатывает? Еще не все. Снова где-то один какой-то чел гуляет, поэтому не засчитывает зачистку. Следовательно, не дает и повернуть. Потому что здесь еще есть враги. Какой чел гуляет? Предлагаю, наверное, вниз не прыгать всем. Один около крана будет. Требуются все игроки, вот. Не дают.
Ну, проверь тогда. Только вот здесь я его несу. Ладно, вернемся сюда. Где-то, может, провалился кто-нибудь. Тут книга Люб рядом. Нашел, что ли? Все, теперь он можно это включать. Ну, просто сначала куда-то, видимо, провалился в текстуру, а теперь обратно оттуда выбрался. Все, теперь можно. Ну, подожди, я книжку найду. Ну, я пока туда заберусь. А, все, нашел.
Ну и на кого-то там запрыгну. Ты что делаешь? Что ты соскальзываешься-то постоянно? Ты залез и тут же пал, не прыгнуть там, он падает. Нажимать, но ничего не появилось. Улучшенная вентиляционная шахта. Ну, это такая же хорошая вещь. Гелиман, где брат? Зови охрану. Бегу, Мирандей, бегу. Ничего не отдадим. Мы за базар. Несправедливо. Еще не поздно все исправить. Не спрашивай меня. У меня тоже все хуже не было. Я и не хочу спрашивать. Да ты что делаешь? Там можно было на выше залезть. Что с ним случилось? Я открываю парашют, он все равно падает. Тоже. Это кто-то из Шадугрупп. Они хотели убить девушку. О чем ты думал? Ты ничего не понимаешь, я не знаю. Почему ты видел? Еще не поздно все исправить. Если бы вновь еще хоть раз повторится, все знают, на что я способен. А, он повыше поднимал. Чё, музыка такая? Кто-то бой идет. Что случилось? Где Мэтч? Сказал, что не вернется. Не хочет больше на тебя работать. О чем это он, Хью? Это не твое дело! Ты послал меня за Мэтчем, так что это мое дело. Тут ты прав.
Что ж ты делаешь с этими детьми, Хью? Мэтч наотрез отказался возвращаться. Ладно, расскажу. Я учу их выживать. Что-что? Учу их красть и шпионить. Для тебя? Для тех, кто заплатит. Ты с ума сошел? Если миротворцы поймают их, пощады не будет. Первое, чему я их учу, это как не попасться. Мир охуенно жесток, Пилигрим. Всем плевать на этих сирот. Я это знаю. Я учу их выживать. Разве не этому отцы должны учить детей? Мэтч этого не понимает. Пока что. У него сейчас трудный возраст. Но когда он окажется в городе, поймет, что это я его подготовил. Ты не пойдешь за ним? Я здесь никого не держу. Мы семья. Это не закончено. Уже открыл? Рядом книжки. Не успею. Не успел бы добежать. То есть рядом где-то ты пал, но не успел бы. Кислоту надо залететь было. Я застрял. Оказывается, две книги искать надо было, я одну нашел. Туда приехал первый из. Там тебе. Ну ты знаешь, где эти контейнеры.
сам подочить. Надо же, побочные задания начали появляться. А, как раз там, где ты. Побочка. Нифига себе, тут в рифму мужик говорит. Требуются другие игроки. Ты Силенцио? Ну я. Знаком с моим искусством? Какой ты Силенцио? Ты этот... Кто он там? Из Детройта. Ну ладно, сейчас обидится. Нет, прости. Еще бы! Я же общество сливки. Куда круче Фрэнка и его наливки. Чё-то мне твои рифмы не заходят. Наверное, вирус подпортил твой стиль. Подпортил, но не убил. Я на пике формы. Вот как? Слушай, чел, дай слово, выдам фристайл. Какой ты фристайл? Ты клоун. Фристайл. Понятно, что. Козёл. Козёл? Ты серьёзно? Чё за нах? Ты же спросил же слово. Ладно, прыгун. Признайся честно, я вижу тебе интересно. Кто трясется даже от слова прыгун? Фрэнк, бывший ночной бегун. Впрочем, это рифмы и правда не очень. Нужно уехать отсюда. Давай еще слово. Тогда... О, миротворцы. Это сложнее. В рифму им не в жизнь не попасть. Им только нужны деньги и власть. Мир для них всего лишь уловка. Как не он у Фрэнка в столовке. Круто, а? Давай еще слово. Козел. Сдается, Фрэнка ты недолюбливаешь. Да ну, с чего ты взял? Просто имя легко рифмуется. Да ты даже не рифмовал с его именем. Ты его дисел. Рифмы корявые. Корявые? Это ты меня дисишь? Уникального Силенцио! Ты не Силенцио, рифмуешь ты мелко. Ты не рэпер, а просто подделка. Думаю, ты косил под рэпера, а Фрэнк не дал тебе выступать в закусочной. Но не потому, что я отстой, а потому, что я несовершеннолетний.
Так повзрослей. Не притворяйся тем, кем не являешься. Фрэнк сразу подобреет, как только прекратишь его обсирать. Да кто же выходит? Я подумаю об этом. А пока зацени это! Билет на мое последнее выступление, придурок! Я же говорил, что я уникальный Силенцио! Ха! Ты такие слабые был, скажешь, чтобы скинул. Вот это хорошо, по бочке просто поговорил. Ничего не надо и все. Я вообще-то нажимал на S, чтобы повыше забраться. Ура, лаванда, ромашка. Надо собрать все. Ну, на самом деле ты много чего сделал, поэтому не отпустил. Я смотрел квесты книги, там очень много квестов, так что у нас этот Вескер будет гонять туда-сюда. Вот сейчас отдадим книги, а третьи книги по пути. Там у него квестов до 9 или до 11, что ли. Так что это такие квесты надолго будут. Всегда будет ассоциация. Вескер, это значит Альберт. Держи свои книжечки. Нашел. Мой труд был не напрасен. Здесь полное собрание сочинений Шекспира. Его произведения часто переписывают и адаптируют. Они актуальны всегда. Но всем полюбились именно трагедии. Хм. Неужто люди тянутся к трагедиям? Есть над чем задуматься. «Арабские ночи», также известные как «Тысяча и одна ночь». Эпохальный сборник историй, сказок и песен, что столетиями собирали со всего континента. Это плавильный котел литературы. Иногда фантастической, часто жестокой, как и жизнь в нашем городе. Не знаю, что смешно. Еще больше монументальных. Он положил книжку в книгу. Продолжаем в том же духе. Кажется, у Талии уже готов новый список. Он положил книгу в книгу. Алло, разговаривай со мной. Я говорю, это надолго, это сейчас третья привет, часть. Эйден. Вижу, ты принес Альберту полное собрание сочинений Шекспира. Читал Ромео и Джульетту? Нет, я читал Альфа Ромео. Скажи мне, ты веришь в любовь? В настоящую, в судьбоносную, о которой писал Шекспир? Нет, не верю. Шутишь? Это же чушь. Нельзя сравнивать действительность с пьесой. Как грустно. В твоем сердце нет места романтики. Это будет сейчас книжка ебать. Разговор с тобой снова стал для меня откровением. Жду нашей встречи. Мне уютно с тобой. Надеюсь, тебе со мной тоже. Конечно, поэтому вот пошли книжки собирать. Береги себя. Хватит читать. Зрение испортишь. Вот это нравится.
Эй, ты! Хочешь вернуться обратно во внешний мир? Держи биомарку на виду. Чего? Вас командир уже помер. Слушай, ну иди уже сюда. Зачем спускаться в трюм, если все есть на палубе? Чё близко есть по карте? Близко имеется в виду к этим кренегатам пойти. Разумный выбор. А, до третьих книжек далеко идти. Хотя там... А, там вообще все побочки. Шикарная покупка. Которые сейчас поставились. Вижу, восклицательный знак есть. Еще одно метро осталось. Еще побочка появилась, еще побочка появилась. Это не сундук мертвеца, но тоже сойдет. Нифига себе, одна побочка вообще за пределами. И еще один просоленный товар переходит к новому владельцу. А, вот почему под 500 выносливости на там радиостанцию надо как-то залезть туда. Заходи в нашу гавань, когда пожелаешь. Это ночное задание, книжки взять. А у нас день. Ну, пошли туда, значит, там где серия побочек. Надо где-то контейнер с ингибиторами взять и, видимо, по пути. И, видимо, по пути там будет к этому, к Тупейну. Пилигрим, мы засекли особенных в нашем районе. Предлагаю еще чуть-чуть побочек пройти, да? Поездить, покататься. Так это будь. Не. Снабженцам не сравнится с качеством от миротворцев. Далеко бежать. Всем расскажи, что ты расшил. Поворачивайся. Да. Мастер прыжков. Кстати, а где-то еще два лагеря осталось. У этих бандитов. Один это сюжетный был, второй из-за того, что мы ушли к контейнеру. Это залезть нельзя. Ясно, где-то наверху побочное задание. Новое. Так слезь ты. Слышь? Не надо залезть и как-то к тебе. Ку-ку, я тебя вижу.
Когда тебя залезть? Требуются другие игроки. О чем вы говорите? Кто вы? Ты же искал свою сестру, да? Откуда вы меня знаете? Так мы уже нашли. Твоя сестра в опасности, тебе нужно спешить! Что? Сестра? Да, спаси ее! С ума сошли? Откуда вам знать мою сестру? Чего же ты ждешь? Ты должен спасти ее, пока не поздно! Куда мне идти? Ренегаты держат ее в одном из домов на Принц Гэбриэл Пассаж. Прямо у старого отеля. Она погибнет там. Спаси ее! Не стой столбом, спаси сестру! Хорошо, я уже бегу. Моя бабушка права. Ты пожалел меня. Тебе все это нравится. А теперь подаешь мне руку, чтобы стать... Он специально говорит, что мы спасли ее сестру. Бабульку. Да почему же я еще здесь, а? Почему вы... А, это все рядом. Так что не за это забежали. Это все там, где у нас куча квадратиков. Кажется, ли управление этим парапланом ухудшилось. Я нажимаю на S, чтобы выровняться, он наоборот опускается вниз. Залезь ты в этот пругун. Где мне срочно нужен контейнер, скажи мне. Кира, я у лаборатории ВГС. Пилигрим, лучше бы тебе дождаться ночи. Днем там наверняка полно зараженных. Где мне искать тела? Все узнаешь из записи. И я ее слушать не могу. Ты что ты? Малыш Рон в базе. Нижний выход завален. Мы попробуем отыскать выход наверху. Мы со Сьеррой нашли рядового Киди. Вестибюль, нижний уровень. О, что это за вой? Киди, ты перданул? А ты когда увидел нас? Что? Я не... Да ты дурак, что ли? Почему ты по стене бегаешь? Это пизда, блин. Лучше уходить отсюда. Признайся, Сьерра, это ты перданул свалить на... Ты! Что это была за херня? Плевать! К лестнице! База, за нами толпа кусак! Мы потеряли Киди в вестибюле! Рон, я на втором этаже! Я на этаж ниже тебя, прямо у двери! Поднимаюсь! Рон! Не останавливайся, Сьерра! Я только хуища! Что ты еще? Ты идешь? Хочешь посмотреть, как я страдаю? Рон, поднимайся! Рон! Долго эта запись будет идти. Хочу отвезти тебя к сестре. Понятно. Рона Уизли слею. Неужели она уже дома?
На, пройди за 1.50. Сейчас будем страдать. Это я пробую без тебя. То есть тут надо сейчас будет все делать. И крюком, и парапланом, и все подряд. Заметил. Шна было параплан. Да залезь ты. Ты издеваешься надо мной, или тебе этот пробел для чего нажимать? Серьезно, когда пролетаешь, почему не задеваешь эти метки? Все не успели. 4 осталось. Это реально, если бы не тупил бы в каких-то местах. Сильно тупит. Еще и крюк использовать, может, проще было. Что с тобой? Почему ты на этом месте пал? Ну, я опять упал. Не зацепился.
Какие дурень ты. А дальше как наверх залезть? Так и не понял, дальше на ее залезть. То есть я как раз до сюда и дошел. Дальше застрял. Я не знаю, куда он побежал. Зачем он побежал? Меня это писало на Д. Даже цветочками. Заново сделать. Да. Когда он тут бегал, я все не успеешь. Лучше стало можно начать. Ты что, ты же свалился, что ли? Естественно, чё с прыжками стал? С каждым удалением что-то все хуже с управлением. Что ты сделал? Да залезь ты, блин. Да лезь ты наверх, а не ползи, блин. Какой ж ты тупорылый. Мне вот прям надо еще выше. Лестница была, оказывается. Да каких-то, блин, 5 секунд не хватило. Если бы ты, блин, сразу упал бы на точку после дельтаплана, и никуда так криво, блин. Заткнись, но ты ничего не говори. Да лезь ты дальше, ты что, ты зависаешь-то?
что это? Застрелить меня решил? Ты не видишь этого внутри души? Он уводит Рыян. Он убьет ее. Я не могу ее бросить. Я не могу оставить Рыян его на растерзание. Я не уйду без нее. Отпусти меня. Я не благословлю. Я не благословлю. Отпусти мою руку. Отпусти Рейя. Хорошо. Баба серебряная, бронзовая. Ну что, он что-то решил свалиться вниз. Неплохо, но я уверен, что ты можешь лучше. Какая разница? Минимальная золотая, бронзовая, золотая сразу, да. Там ночью надо. Видите? Ожидание других игроков, надписи на пол экрана. Я могу чем-то помочь? Найдите 5 писем. А ты не ходишь вокруг да около? Я ни в чем не виноват. Если здесь... Неплохой выбор. Навести меня как-нибудь. Рыян, ты что делаешь? Какие письма это значение же? Читайтесь. А, ты же рядом. Сейчас отчитаемся. Да. Да и все, понятно. Хватит. Да, тем более сейчас микроволновку включит. И все это, конечно, собьется. Неплохо, умник. Неплохо. Такое себе испытание.
Ха! Мы подходим к главному. Ты встретишься с клиентом. В этом вся суть нашей работы. Объединять людей, доставляя им письма. Так сказать, воссоединять расколотое общество. Вот здесь и узнаем, чего ты стоишь. Справлюсь. Хочешь верь, хочешь нет, но с людьми я лажу. Меня не одурачишь. Но, признаю, хлюпиком тебя не назовешь. У тебя есть задатки. Справишься с этим, и я позволю тебе принести присягу гильдии курьер. Но я не хочу выслушивать жалобы клиентов. Не будешь. Обещаю. Пять испытаний паркура. Да, просто доставьте письма. Ну, тут далеко доставлять. Ладно, давай здесь остановимся. Ничего у них нет такого. Записка какая-нибудь.